93-го года рождения Исмаил Мусукаев. Виктор Лебедев 88-го года рождения. На 5 лет младше Исмаил Мусукаев. Когда Витя Лебедев становился чемпионом мира, Мусукаев об этом даже не задумывался. Никогда, наверное, не думал, что будет бороться с Виктором Лебедевым на одном ковре и на таких престижных соревнованиях, как предолимпийский чемпионат России. Когда второй раз Виктор Лебедев становился чемпионом мира, уверен, для Виктора, для Исмаила Мусукаева Виктор был, стал кумиром. Да. Ну а дальше Исмаил Мусукаев, наверное, хотел быть похожим на Виктора Лебедева. Наверное, хотел достичь таких же результатов. И сегодня он выходит на ковер против Виктора Лебедева. Да, да, контролирует, Витя. Вся спортивная Россия следит за этой схваткой. Цена победы в этой схватке очень высока. Ой-ой-ой, Мусукаев проходит в ноги. 2 балла. Секунд до конца первого периода. Давай, Витя, Витя, давай, 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 брать 2 балла, брать 2 балла. 10 секунд осталось. Что там, 2 балла дали? 2 балла дает. Исмаил Мусукаев недоволен. Говорит, что должны были 1 балл дать. Только за выход за ковер. Ну, сейчас посмотрят повтор. Давайте посмотрим повтор и еще 1 балл дадим Виктору. Слышите, как скандирует спорткомплекс «Триумф». Да, напряженно. Показывает повтор на большом экране. Посмотрим, что сейчас решат судьи. Да, долго.
совещаются судьи. Наверное, 3-4 раза посмотрели этот повтор на большом экране. Да, ну, да, действительно, момент спорный, но надо ли было свистеть судье? Надо ли было свистеть судье? Бикеву по-любому 2 балла бы взял. Что? Что решил судья? 2 балла. 2 балла, да, оценили до 2 балла прием Виктора Лебедева. И дополнительно дают балл за то, что тренеры Исмаила Мусукаева бросили челлендж. Все верно, идем дальше. Нечего спорить. Второй период все решит. Остается 10 секунд в первом периоде. Я надеюсь, этот период... Да. Мы оставим за собой. Хотел сказать, да, завершается первый период. Счет 3-2. Вот это уже класс, да, вот это... Вот это уже не будем мы, вот это мы в утренних схватках говорили, будем следить за ним в будущем, да, будем следить за ним потом. Мы знаем, что он подрастет, мы знаем, что он наберется сил. Здесь нет такого, здесь все серьезно. Здесь все серьезно. На кону медаль чемпионата России, на кону Олимпийские игры. Ни много, ни мало, да? Да. Это история. Схватки дальше с 1/4 финала, все схватки, которые будут проходить здесь на ковре спорткомплекса «Триумф», все они войдут в историю. Еще долго мы будем вспоминать, да, наверное, всю жизнь уже любители борьбы будут вспоминать эти схватки, эти жаркие схватки. Защититься, Витя. Один балл, один балл. Один балл. Да. Заступ, балл. Заступ за ковер, один балл. 3-3 счет. Счет 3-3. Но несмотря на равенство на табло, ведет Исмаил Мусукаев, так как последним техническим действием при счете 3-3 выигрывает Мусукаев. Лебедеву в любом случае надо работать, в любом случае надо вытаскивать, в любом случае надо завоевывать балл. Остается 2 минуты. Молниеносные выпады, да, у Исмаила Мусукаева. Дважды удалось ему пройти в ноги. Опять вот это движение. Обманная, да, финт и проход. Да, полторы минуты. Полторы минуты остается. Виктор защищается. И сейчас уже надо Виктора атаковать. Уже пора. Чуть больше минуты остается. Но мы знаем Виктора, как он умеет брать баллы в нужный момент. Смотрим и болеем. Минута. Пятьдесят секунд. Давай, Витя, давай. Предупреждение, да? 20 секунд. 20 секунд. Тридцать пять секунд остается до конца схватки. Витя. Еще одна попытка прохода. Защитился Виктор. Двадцать секунд. Стоять, Витя, стоять, стоять, стоять.
Сколько секунд там предупреждение? Сколько секунд осталось-то? Да. 10 секунд остается. Да. Стоять, 10 секунд, стоять, стоять. Стоять, Витя. 5 секунд, стоять. 3. Да, 4-3. 4-3. 4-3. Так, не поддаваться эмоциям, на провокации не поддаваться, Витя. Не поддаваться провокациям, Витя, да. Эту схватку мы победили, надо поднять руку и выходить с ковра. Выходить надо с ковра. Да, Мусукаев, езжай домой. Все хорошо. Надо успокоиться. Ни в коем случае зрителям не надо бросать бутылки на ковер. Это чемпионат России, это предолимпийский чемпионат России, дорогие друзья. Вот это макар, который мы ждали. Да, надо сейчас терпеть, конечно, сейчас. Не поддаваться на провокации, действительно. Да, сейчас надо успокоиться.